Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! А я снова приглашаю вас на выставку картин, написанных маслом русским художником. В феврале мы можем полюбоваться прекрасными картинами, написанными маслом. С 1 по 29 февраля в фойе культурного центра Исалми проходит экспозиция «Художественная выставка Александра Ремшу». Александр Ремшу – художник, переехавший из Петрозаводска в Исалми более 20 лет назад. Живописью он занимается 6-7 лет, но, посмотрев на его картины, так и не скажешь. Кажется, как будто он рисует всю жизнь. Работы на выставке изображают природу, но у Ремшу есть и опыт написания портретов. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться и обязательно ставьте лайки. Мне будет очень приятно. До новых встреч и всем пока!